Здравствуйте, с вами магазин Нима24, и сегодня у нас знаменитый гость. Зовут его Swiss Arms 357-4. Знаменит он тем, что очень уж сильно походит на своего настоящего боевого коллегу. Это Кольт Питон, 4-й версии. Калибра Magnum 357. Иногда этот пистолет еще называют Combat Magnum. Увидеть в руках вы могли этот пистолет у таких героев фильмов, как Джон Уэйн, Старский Хатч, Рик Граймс. Помимо кино он встречается в таких играх, как Half-Life, Left 4 Dead, Обитель Зла. Следует отметить, что я не перечислил и 1/3 фильмов и игр, в которых он встречается. Кольт Питон признан многими коллекционерами оружия как лучший в своем классе, в классе револьверов. Иногда даже больше. Официальный историк Кольт Уилсон называл его Кадиллаком среди револьверов. Его дарили лучшим друзьям и родственникам арабские шейхи, короли. О нем вообще можно рассказывать долго, но чем же нас сегодня порадовали шведские производители пневматической копии? Мне показалось, 357 получился вполне себе достойным девайсом. Выполнен он практически целиком из металла, за исключением ручки, которая выполнена из пластика. На теле его расположен ряд механизмов, которые выглядят и выполняют функции практически как в реальном аналоге. Среди этих механизмов есть такие, как спусковой крючок, фиксатор цилиндра, курок, механизм прицеливания. По внешнему виду можно сказать, что он практически безупречен. Отличное качество, симметрия и пропорции соблюдены. Окрашен он черной матовой краской. Пластиковая ручка нисколько не портит внешний вид. Она по текстуре практически такая же матовая, как и сам пистолет, что нисколько его не дешевит. Питается девайс баллонами с CO2, механизм его аккуратно спрятан в рукоятку, что опять же хорошо сказывается на его безупречном внешнем виде. В целом, образ девайса очень порадует любителя, как мне кажется, современных револьверов, ну и любого заядлого геймера или киномана. Это для тех, кто ломает голову, что же подарить своему мужчине или другу. Давайте пробежимся немного по характеристикам. Калибр 4,5 мм, дульная энергия 2 джоуля, скорость выстрела 91 метр в секунду. При 2 джоулях это очень хороший показатель. Можно сказать так, что пистолет будет достаточно экономным и достаточно мощным. Размер магазина 6 фальшпатронов, материал металл, тип ствола гладкий. Длина ствола 102 мм, вес 1040 грамм. Реальный аналог весит 1080. Одним словом, Кадиллак. Ждем в хроме. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на новые видео и вступайте в группу ВКонтакте. Если вам видео не понравилось, вы можете поставить дизлайк и написать комментарий о том, что именно вам не понравилось. Девайс, показанный в видео, вы можете приобрести у нас на сайте. Все ссылочки на ваших экранах кликабельны. Нажимайте, не стесняйтесь. Дальше будет много интересного. До новых встреч!